Сегодня перед государственными и муниципальными органами республики стоят действительно очень сложные и важные задачи. Эти задачи абсолютно всем понятны, и наша главная цель, чтобы эти задачи мы реализовали грамотно и оперативно. Поэтому в Республике Татарстан в рамках президентской программы развития государственной муниципальной службы большое внимание уделяется качеству кадрового состава на государственной муниципальной службе и профессионализм этого состава мы организуем в рамках системной работы по обучению наших служащих. Для нас очень важно от вас получать и обратную связь, для того, чтобы мы могли своевременно вносить необходимые уточнения, поправки и совершенствовать, и корректировать все наши программы. Александр Александров, Руслан Юсупов. Новости на ходу.